Ниндзя! Итак, лесник приходит в третий тур с 38 достаточно халявными очками. Там его встречает Амар, у которого вообще 40, но я бы тоже не сказал, что он особо зубами их выдирал. Посмотрим, кто из них в результате больший халявщик. Так, третий тур. У нас две башни. Наша башня зуб где-то там. Под траком спрятанная. Трак, байкеры растянутые, байкер, еще один трак и штормбойзы. Против нас некронный лорд на своей фигне. Куча врайтов, 6 штук, а баржа, воины и что там у тебя еще? Пять магов, прекрасно. Вот так. Наш первый ход мы проехали всем вперед. Штормбойзами даже не стали бегать, не хотим. Этим побустили, труком побустили, байкерами стреляли во врайтов, убили троих и одному внесли вунду. Нормальная такая заявочка на первый ход. Подъехали чуть-чуть, расстреляли врайтов, там уже ничего не осталось. Я-то думал, что Амар так постоит, постреляет там и потом вчарджится. Но не тут-то было. Конечно, стрелковая мощь вот этих байкеров впечатляет. Пятая сила, Твин Линкет, даже при втором баллистике это получается очень неприятно. Первый ход. Врайты пытались чаржиться в байкеров, потеряли одного там на Overwatch, что ли, и не дочаржились. Лорд дочаржился, убил моего бедного ноба в челлендже, но остальные ему наковыряли и встали так, встать он не может. До свидания, лорд. Ну, очевидно, что Амар куда больше халявщик, чем лесник. Так что давайте по-быстрому досмотрим, чем закончится. Наш второй ход. Друг поехал, заехал. Штормбойзы подбежали, постреляли, почарчились во врайта, убили его. Друг поехал вперед. Байкеры вместе с боссом приехали, мультичаржнулись в баржу и воинов, ушатали всех. Если сейчас ничего не выйдет, то вайпаут. Ход противника. К нам вылетел Angry Birds, который коса транспортная. Убило мне сколько тут штормобоев? 6, да. И все. Дисмарки хотели там выпасть в углу, сместились и улетели. А здесь обязательная минутка вайна. Но не о том, о чем вы подумали. В последнее время я езжу на турниры с полными чемоданами, но не участвую на этих турнирах. Так зачем мне полные чемоданы миник, спросите вы? Дело в том, что очень много народу стало просить принести им разных миник поиграть. И это уже какое-то просто массовое явление приобретает. Бывает такое, что по 4 человека хотят одну и ту же миниатюру на один тот же турнир. Вот. Были случаи, когда давал человеку миниатюрку, он поехал с ней в Питер, там ее забыл. И одна ленивая жопа не могла полгода прийти на почту, отослать ее обратно. В результате она все-таки пришла, другой человек ее прислал, спасибо ему, хотя без одного крыла. Ну, слава богу, руки не растеряла, они на магнитах были. Вот. После этого я не даю никуда дальше своего клуба, там, чтобы я видел. Но и это, похоже, придется заканчивать, потому что реально вот едешь на турнир судить, и вот так вот с баулами такими. Друзья, покупайте и играйте своими миниками, я своими сам поиграю. Вот. Так почему, собственно, Angry Birds? Много народу просят. Я не могу все запомнить, я прошу, напоминайте перед турниром. Не напомнил, играешь Angry Birds. И то по доброте душевной моей. Да, я такую проксию пропустил, потому что вроде как сам не привез, забыл. Но тем не менее, очень некрасиво. Ай-яй-яй, Амарчик, денежку трать, миньку покупай, собирай, крась и играй давай. Ничего не произошло. Наш ход. Мы стреляли в птицу, внесли один глэнс, ничего, он отжинкался. Там трук встал на точке, не застрял, тут трук едет к точке веселиться. Третий ход противника, птица пролетела, убила нашу трук. Пацаны вывалились,
По ним постреляли вот эти гады, дисмарки, в общем, умерли 4. Лидак не прошли, по Мубролу выкинули двойку. И нежно-нежно побили одного парня, и он выжил. Четвертый ход. Не смогли опять сбить чудо-птичку, внесли ей. Дофига всего, 2 глинца, в общем, пришло, она в одном хопоинте осталась. Здесь Бойзы и Шторм Бойзы почаржились в десмарков, по ничьей с ними разошлись 3-3, но они, у них никто не встал. Так, ход противника, вышли пацаны из птички, вперед там стреляли, но босс Тион Армец, правда, один фейл он допустил со своей палки. Здесь драка была бесполезной, нам убили одного Бойза, мы уронили Криптека, но он встал. Наш пятый ход, мы опять не смогли сбить модную птицу, босс отджонился, поехал бить морду Некроном, убил 3, да? 4. Сколько-то там убил, но, в общем, никто не встал. Но Лидак они прошли. Здесь оставшийся Ноб и Шторм Бойзы смогли ушатать оставшийся дисмарок. Итак, на пятый ход мы не прокинули, но мы добили Некронов. Осталась у них одна птичка. Мы держим точку тут и точку там. В общем, мы молодцы. Как так долго можно доигрывать уже проигранную партию? Но, друзья, еще рано расходиться. У нас будет финал, в который попадает Лесник, понятное дело, из трех копов, Астра Милитарум. Кто из них больше халявщик?